Центр содействия трудовой занятости молодежи совместно с Центром занятости города Нефтекамск проводят программу по трудоустройству подростков от 14 до 18 лет. Значит, это у нас в основном подсобная работа. Это благоустройство города, озеленение города. Вот. Так что желающие предприятия могут поучаствовать в этой программе, обратиться в Центр занятости населения, если вдруг им нужны такие работы. Подростки от 14 до 16 лет, они работают по 4 часа в день, а подростки, которым 16 и 17 лет, они работают по 7 часов в день. Подростки, желающие работать в летний период времени, могут обратиться в 59-й кабинет Дворца молодежи.